Как-то я уже рассказывал о жуке-олене, жуке-носороге, а вот еще один представитель семейства рогачей – это жук-оленек обыкновенный. Вид этот широко распространен на территории Европы, но занесен в некоторые красные книги некоторых государств, поскольку он не везде его можно встретить. К примеру, в Красной книге Казахстана он находится не зря, поскольку буквально с 14 года, 1914 года, сведения о находках вида уже не поступало. Почему семейство называется рогачами, понятно. У него имеются, значит, мандибулы, ну, которые похожи как бы на роги, как и у оленя. И хоть на вид эти мандибулы довольно-таки гладкие, но тем не менее цапануть он может довольно-таки так чувствительно. Вы почувствуете боль, это действительно ощутимо укус этого жука. Время лета этих жуков с апреля по октябрь месяцы. Жуки встречаются на коре деревьев, в трухлявых пнях. Ну, в принципе, в городской зоне они могут встретиться где угодно. Ну, естественно, может назреть такой вопрос, почему называется так жук. Если жук-олень, к примеру, в 2-3 раза больше по размерам, и сами мандибулы будут побольше, чем сам этот жучок размером, то соответственное название уже не олень, а оленек, поскольку размеры намного скромнее, чем у жука-оленя.